жестко было. Будешь. Два. У нас сейчас, короче, аномальная жара. В 3 часа дня, уже 3. Было 36 градусов в тени. По Цельсию этого очень много. Вечером как-то душно, жарко. Вот сейчас в натуре только купаться, потому что я приехал кататься, такой нормально. Я просто... Я не понимаю, как кататься. Топ малый. Нормально? Грипсы нормальные, человеческие. Отжиный велик. Tomorrow. Какой вид? Мы, короче, идем. А, груши, хорошо. И вишни, короче, там пожали. Дима свалил, а мы тут. Короче, сегодня мы едем купаться на Стеколку, потому что там круто купаться. Там есть тарзанки, можно попрыгать, пирс, короче, круто. И потом я еду к Богдану на его хоум-спот в Бородян. Вот такой интересный сегодня будет влог, и купание, и катание будет весело. Мы купались, я что-то перекупался, смотрю, уже 15:05, думаю, блин, 4 минуты электричка. Короче, подлетаю, тупо лечу, всю дорогу кручу, тут подъем, на все подъемы выехал, задыхаюсь. Я тут посмотрел, у меня электричка в 15:19, а не в 15:09. Так что я заранее успел, я красавчик, тупо, блин, я так лечил, я успел на 9, я где-то за 3 минуты приехал. Повезло мне, в новой электричке еду. Не Монтик. И сижу еще, и место есть. Кайфа. Только что была жесткая туча, вот сижу. Нормально, проходит. Надеюсь, в Бородянке не будет. Сейчас мы покатаем на дёрках. Пятница вечер, едет с Бородянки на Киев.
И знаете, что самое интересное? Что я сижу вот. Я сижу сам в походе, тупо сам.